Мальцев Алексей, член земельной комиссии района Рада Миколаевского района. Мы сделали выезд части представителей комиссии для того, чтобы разобраться в вопросах выделения, увеличения территории непосредственно села Рыбаковка, которая будет включать в себя все базы, а также территорию в сторону села Луговое. То есть идет речь про пляжную территорию, про пляжную зону? Непосредственно, да. Территория, баз отдыха и 40 гектаров леса. До какого консенсуса сегодня вы пришли? Для себя мы нашли ответы на те вопросы, которые были у нас, понимание необходимости этого, нужно ли это делать. Простите, понимание, уточните, пожалуйста, необходимости чего? Необходимости погоджения, затвержения этого решения, этого проекта на выделение этой земли для рыбаковки. Увеличение меж. Да. И также встреча непосредственно с директорами баз, которые высказали свои мнения, свое видение в этом вопросе. То есть мы теперь, будучи на месте, понимаем ближе и яснее вся сложившаяся ситуация и ее решение. Слова или претензии рыбаковского бизнеса и директоров баз были услышаны? Конечно, да. Были слышаны и возмущения, и наоборот подтверждение того, что это необходимо. Так скажем, единого мнения я не увидел, но судя по Коблеву, я так понимаю, что, наверное, все-таки нужно это делать.